Махатма Ганди – индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов национально-освободительного движения Индии за независимость от Великобритании, которую Индия получила 15 августа 1947 года. Махатма Ганди отказывался признавать насилие в любой его форме. Даже в борьбе за независимость Ганди использовал ненасильственные методы. Например, организовывал среди индийцев бойкот британских товаров и учреждений, выступал на митингах, осуждая классовую войну. Поэтому неудивительно, что Махатма Ганди был убежденным вегетарианцем. Махатма родился и вырос в семье строгих вегетарианцев, так что приобщился к здоровому образу жизни с младенчества и был воспитан в уважении к живым существам. Показателем величия нации и уровня нравственности в обществе может служить то, как ее представители обращаются с животными. Я не рассматриваю плоть умерщвленных животных как необходимую для нас пищу. Напротив, я убежден в том, что для человека неприемлемо употреблять мясо в пищу. Мы заблуждаемся в своих попытках копировать низших животных, на деле превосходя их в развитии. Единственный способ жить – это давать жить другим.